Какой трачок специализированный, оборудованный. Ну, у нас очередной курс на Walmart. То, что не купили в Sam's Club, может быть, найдем здесь. Нас встречают мои растения. Очень бедные. Тут, наверное, со скидкой. Вот тут небольшие бонзайчики, очень даже неплохие. Вот это денежное дерево называется. $16. А вон там снизу есть получше что-то, более такой вид. Не, они все такие плачевные. Но этот, кстати, самый лучший. Вот это. Это что-то на розочку похоже. Да, может, какой-то бонзай. Колючие даже. Может быть, стоит спросить? Тут синие есть. Ну, вот эти тоже подойдут. Да, написано, что это сквош. Что это значит? Сквош – это тыква. Кабачок. Написано тыква. Кабачок. Я не знаю, бери, если хочешь, но это не то вообще. Возьми, берешь? Ну, что, пойдем еще в другой магазин, что ли? Нет, это какие-то сомнительные. Полки пустые. Кабачки не нашли. Закончился сезон. Ну реально полки пустые. Может быть, йогурты есть? Лёш, ищи свой с овощами. Что, закончился? Да. Да? Берем? Ну, возьми один этот и все. Я не ем тот, я ем этот. Он такой же, просто с морковкой. Не нравится. Масло у нас есть, да, еще? Вот. Спрятал миксер. Так и я прям ложкой мешаю. Клубничный тоже есть. Ну уж если будет хоть какой-то. Ванильный какой-то. Ванильный, да. Или он есть безвкусный. Во, вот тот. О, там, правильно. Ванильный, вон, да? Да, еще один там, последний. И еще один последний. Третий. Хватит, нет? Ну, хватит на месяц. Не портится, это же перебивать. Ну, я же их вскрываю, тут же употребляю. Вот рядом есть тоже питьевые, нормальные. Нет, мне нравится этот активия. Вот чупани, вот этот, что не нравится. Ну, если он будет какой-то особенный. А цена? Сравни. Пойдем,
новое, все интересно. Эти не берем. Да, тут тоже все есть. Очень популярный стой, магазин. Иду сюда сейчас, здесь консервы. Хорошо. Соусы. Кетчуп, горчица. Такой интересный разделитель для... Можно яичницу, можно гамбургер уложить красиво. Может быть, взять какой-то большой сразу, и я его перекладываю, переливаю в маленькие баночки. Прям такой большой? Ну да, слишком быстро. Он не такой уж и большой. Да. И горчица. Ну вот горчица разная есть. Вот это, наверное, желтая горчица. Ну да. Тоже какую-то большую баночку найди. Какие-то все маленькие. Вот это, наверное, побольше. Да не надо большую. Это же горчица, ее много не кушают. Да мама вот постоянно. Этого хватит. Ненадолго. Этого хватит. Ну, бери. In the middle of nowhere. Майонез. Майо. 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 Оливковое масло. Консервы. Что-то красивое. Масло. Угу. А что? Тоже тунец. Один тунец? Где-то салмон видела. А, вот, вот. Видишь, разный. Остренький, в лимоне. Сардинка. Какая красивая упаковочка, сардинка. И стоит недорого. Что получается дешевле, смотри. За 8 штук, за 4-5 у нас. Great deal, это самый будет. Готовил и ел. Ну возьми, пускай будет пару штук. Это Uncle Ben's, помнишь? Ну да. Такое. Вон, смотри, сколько вариантов. Ну, возьми по одной пачечке разом. С яйцом можно. Будешь пробовать. Я их все пробовала. Выбери любимый. Ну там есть побольше упаковка. О, наша любимая пачка. Смотри, какой еще рис есть. Тоже желтый рис. Это сырой. Ух ты! Ух ты! Этот надо готовить, да? Аппетитные коробочки. Написано грязный рис. Dirty rice. Это типа помойте, не забудьте. Нет, просто есть коричневый рис, а есть белый. Вот коричневый, он полезней. Грязный это в смысле цвет такой. Не знаю, он называется грязный. И сразу тебе уже невкусно, да? Ну, типа да. По порции. Смотри, как аппетитно смотрится. Медик. Где-то у меня был кленовый сироп, я не могу его найти. Вот этот, смотри, очень хороший. 100% органик. Мед. И выглядит красиво. Вот джем, смотри, клубничный. А малиновый найди.
Нутелла у нас закончилась, была Нутелла. Нет, есть. Есть? Да. Чем они съели? Ничего. Не знаю. Вот джем персиковый. Нашла. Выбирай. Слива. Нет, слива не надо. Малину выбирай. Этого хватит. Да. А это что за Нутелла? Там с печеньками внутри. А что они сюда ее положили? А, здесь все Нутелла тоже есть. Окей. Это что? Это... На хлебушек? Да, это масло здесь. Ореховое масло. Кокосовое? Не, не кокосовое. Ореховое? Фисташка, вот эти орехи, забыл какие-нибудь. Peanut butter. Да, мои любимые орехи. Арахис. Арахисовое масло. Не любишь? Нет. Оно уже сейчас везде его. Лёш, смотри, какая лапушка. На разок. Ой, какая прелесть. На разок. Они еще и разные какие-то. Или так кажется? Красотульки. А, там такие желейки плавают. Хочешь попробовать? Не хочу. Я уже попробовала сегодня. Смотри. Это кокосовое молоко. Смотри, вот это сдвинуть не могу. Это что, мука или что это? Ну да, там порошок, чтобы делать. Ага. Типа смешиваешь с водой и жаришь. Угу. А, смотри, это сок. Огуречный вот сок. Вот отсюда соус. А, рассол? Да, рассол. Алкоголиком. Алкоголиком подойдет. Пикл чуз. Так. Соль. С чем она? Без соли здесь написано. Без соли? Соль. Да, а что это? Тако микс. Приправки, да? Да, приправы разные. Что, давай попробуем? Ну, хочешь, бери, конечно. С вкусом манго. Да. Идем, где они? Я хотел еще найти этот консервированный персик. Столько дринков всяких. Это прикольно что-то. Это вот эти фундук, да? Угу. Это кофе из него. Кофе из фундука. Угу. Я уже так отвыкла от кофе. Раньше каждый день пила и кофе, и капучино. Это и... прикольно, три в одном. Смотри, можно взять, кстати. Ой, огромная коробка. Давай возьмем парочку, три в одном. Ну, давай маленькую коробку возьмем. Ну, это не то. То же самое. Это не то. House Blend и кафе. Это без кофеина обычно. Медиум. Три в одном на одном. Идем, а то потеряемся. Мы опять в витаминах. Турмарик. Феррум железо. Вот такой он должен быть. Загрузится. Вот такой айрон.
Свинка у меня есть пока. Это я взяла. О, кстати, тут можно было одну взять, а я две. Но я маме еще дам. Без сахара, витамин С. Биотин. В-комплекс витамина. Позвал на помощь. Ищут вместе. Кстати, вот тут такие йогурты интересные. Это уже протеиновый напиток. Я беру с пребиотиком просто, а это уже протеин. Но делать протеин с протеином как бы тоже неплохо. Вкус кофе. Клубничный. Что нашел? О! Чем железо. Это? Да. И здесь типа концентрация больше. Угу. Здесь 65 миллиграмм. Так, здесь 27 миллиграмм. Берем. Нашли конфетки. Я их реально вместо конфеток кушаю. Я не знала, я не хотела с сахаром, но они лучше усваиваются вот именно в таком виде. Желешка? Да, желеобразно, но показано к пожилым людям, потому что лучше усваивается. Флаги, флаги. Кепочки Валентина. Касса самообслуживания. Просканирует коды. Штрих-коды. У нас стоит таможенник. Какая сумма? 70. И есть экран наблюдения за залом. $77. Золотая. Вау, какие тучи интересные.
2,59 бензин. Цена за галлон. Ты уже знаешь, сколько галлон, да? Угу. Сколько? 4. 3,8 литра. Это очень хорошая цена. В Турции стоит почти 2 евро за литр. А здесь 2 доллара. 2,55 за 3 литра, почти за 4. Представляешь себе? Ну да. Если бы еще дизель тоже так стоил. Что? Траки заправлять. Я помню, раньше вообще дизель стоил копейки, а бензин был дорогой. Ну да, было наоборот дешевле. А потом сравняли цены, а потом вообще дизель дороже стал. Что на дизеле деньги делаете? Ну, типа дизель это как бы не обработанный, ну, меньше обработки, чем бензин. Так представь, сколько на самом деле все стоит. Ты знаешь, сколько? Я знаю, смотрел, сколько обходится себестоимость айфона в Китае. Знаешь, сколько? Копейки. Ну, почти $20, что-то такое. А мы его покупаем за тысячу. Ну да. Бизнес, детка, что ж ты хочешь? Мы считаем доходы, но на самом деле там расходов тоже много. Поэтому судить сложно. Видишь, а здесь уже 2,89. Там 2,59, а здесь уже 2,80. Отъехали пару метров. Ну ты ж по приложению можешь посмотреть, где дешевле. Бабушке уж очень она хочет кабачки с чесночком. Вот сколько мы? 4 магазина проехали? Да. Или больше? Ну здесь должно быть. Что ж такое? То везде, то нигде. Найдем. Я тоже люблю, обожаю. Алёша не ест почему-то. Вспомнила, как в Кишиневе в детстве детям готовила патиссоны, звездочки. Но здесь не видно. Видите, с кабачками проблема. Цукини покупаем. Food and Pharmacy. Аптеки здесь всюду. Дрова. Дрова нужны. Мы живем в лесу. Дрова навряд ли нужны будет. Мальчики в таких шапочках. И даже на бороды у них есть шапочки. Правильно, нечего трясти своими волосиками в наши бутерброды.
Здесь кулинария так же, как во всех магазинах практически. Свежеприготовленные мясные продукты. Оттуда прям жарит. Рядом холодильник, а там подогревает наоборот. Ну, и здесь наши супы есть. Панера. Все, понес подогреть? Да, обжаривает. Специальная печка. But it's good for. Какой большой, однако. Там целый батон. Ого. Леша говорит, что он начал ему загружать батон с майонезом, и тот поправил, что ему не нужен майонез, и он взял весь этот батон, выкинул. Мусорку. Леша удивился, он говорит, ничего страшного, мы половину из этого выкидываем. Все, что не продано, идет в утиль. Они кладут обычно в этот сэндвич 4 вот таких куска. Ага. Но это много. И поэтому я попросил 22 из ваших они сделали. Слишком много, они не помещают. Ну да, в рот не поместится. Так, ну что, ищем кабачки. Вообще Publix очень аккуратненький магазинчик. Видите, как отличается. Также есть специальный человек, который ухаживает за полками, чтобы все было красиво. Вот сверху орошается водичкой. Звук грозы. Вон какая морковка аппетитная, красивая. Так. Ох, каштаны можно приготовить. Штучки осталось. Да, ну и придется эти брать. Фигни. Вообще. Бери. Три штучки. Конечно. Да, удивительная история сегодня. Да, это все огурцы. Может, где-то на полках еще есть? Навряд ли, да? Ну, бери тогда вот эти тоже. О!
Ну окей. Тут по мясистее, видишь, какие хорошенькие. Мне важно, чтобы вот эти худышки, это бесполезные. Вот по два есть, смотри, какие ровненькие. Вот эту бери. Надо побольше. Чем дальше в лес, тем больше дров мы набрали. А здесь еще дофига. Галопом по Европе, не останавливаясь. Бежим к кассе. Алёша уже рассчитался, а я у тети в корзине увидела наши любимые печенья. И избегала за ними. Бегали, и ночь наступила. Вот так. Выехали туда и вернулись. Соседские дети до сих пор играют на улице. Наконец приехали домой. Разгружаемся. У нас Люся на улице, кстати. Пойду ее искать. Люся! Люсик! Нету Люси. Там что-то еще есть?